Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. В этом видеоролике я хочу вам рассказать о том, что сообщить в целом о такой радостной и офигительной довольно-таки новости для меня, для вас. Сегодня я запустил конкурс, очень-очень-очень жирный конкурс. В группе своей ВКонтакте на три места. Огромное спасибо Максиму Алтунину, спонсору данного конкурса. Огромнейшее ему спасибо. Собственно, показываю вам экранчик. Захват экрана. Вот такой вот у нас конкурс на три места. Первое место у нас забирает игрушечку, очень топовую, которую я посмотрел не один раз. Очень сильно она мне зашла. Называется она Detroit Become Human. Я думаю, вы прекрасно знаете. Все эти ключики, которые мы разыгрываем, вы сможете активировать на своем аккаунте в Steam. Steam такая платформа, если что. Знакомьтесь с ней, если не знаете. Второе место у нас Black Book. Выглядит довольно-таки прикольная и красивая игрушка. О ней я ничего не знаю. Вроде как какая-то российская игрушка. Я офигел, кстати, когда узнал, что она российская. Ну, имею в виду, русский разработчик, что ли, какой-то делает. Ну, точно не знаю. И третье место — Rising Storm Vietnam. В принципе, мы такую игрушечку уже разыгрывали. Но вдруг у кого-то нету. У меня, например, нету, но участвовать я не могу. Вдруг кто-то у нас хочет эту игрушку. Или не хочет, просто хочет, чтобы она была в библиотеке, но ее у него нету. Поэтому разыгрываем еще раз. Опять же, призы для вас выбирает спонсор. Спонсор у нас Максим Алтунин. Спасибо, повторюсь, опять же, ему большое за то, что спонсирует эти конкурсы. Огромнейшее спасибо. Вы, если хотите поучаствовать, ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. И также хочу сказать о том, что в целом подписывайтесь на группу ВКонтакте, если этот конкурс вас не устраивает. То мы разыгрываем помимо ключей на игры, скины из CS2. Возможно, в будущем будем разыгрывать что-то еще. По мере возрастания, так скажем, аудитории канала, прихода материальных средств, будем, скорее всего, более крутые конкурсы лупить для вас. Поэтому, если хотите ускорить этот момент, обязательно переходите в описание, смотрите мои ролики на Дзен-канале моем. Логиньтесь обязательно, не забывайте, через ВК или Яндекс, когда будете смотреть. В целом, если интересен мой контент, смотрите его там, залогинившись через ВК или Яндекс. Заранее спасибо. Собственно, таким образом сможете меня поддержать. Дзен есть что, российская платформа. Там сможете спокойно с кайфом смотреть ролики. Тем более сейчас YouTube замедляют. Там лично на своем опыте удостоверился в этом. То, что YouTube реально замедляется. Видео грузится намного дольше, чем раньше. Поэтому время, так сказать, делать выбор. Переходите на Дзен-канал. Так меня очень сильно поддержите. Логиньтесь через ВК или Яндекс и смотрите ролики там. Там ролики выходят намного быстрее, чем на Ютубе. Есть ролики, которые на Ютубе никогда не выйдут, но есть давно на Дзене. И в связи с правилами Ютуба. Также есть ролики на Ютубе, которые до сих пор не вышли, но давно уже вышли на Дзене, как 2 года уже прошло. До сих пор ролики еще на Ютубе не выгружены, но на Дзене они уже есть. Удобные плейлисты и ролики в лучшем качестве. Поэтому переходите, ссылка в описании, логинитесь через ВК или Яндекс, не забывайте, очень сильно поддержите, заранее спасибо, и смотрите мои ролики там. Вам в конкурсе, если будете участвовать, желаю удачи. В целом, по жизни жесть, удачи вам желаю. Ну и пусть, как говорится, победит сильнейший в рандоме. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и вроде как все рассказал. В принципе, можно сказать еще о том, что в группе ВКонтакте мы абсолютно ни с кого никаких денег не взимаем. То есть конкурсы у нас абсолютно бесплатные. Платить за эти конкурсы не нужно. Поэтому обязательно переходите, участвуйте. В любом случае сможете, скорее всего, урвать что-то себе. Плюс в нашем
в наших конкурсах участвует довольно-таки мало людей. Все, всем желаю удачи, всем пока.